Всем привет, ребята, меня зовут Хейтибро. Сегодня мы будем раскрашивать шлюпы. Да, у меня есть две. Давайте на вали отсюда. Вот такая вот раскрасочка шлёпа довольный и шлёпа с пельменем. Давайте сначала раскрасим шлёпу с пельменем. Сейчас. Вот бы мне еще камеру как-нибудь чуть-чуть повыше поставить. О, у меня есть какой-то календарь. Хотя я как-нибудь вот так вот поставлю. Куда ты летишь? Ой, сори, ребят. Совсем немного. Много мяса, вот так вот поставлю. Настоящий пельмень. Шо, вот так сойдет. Много мяса. Я подкладываю просто. Вот он. Все, сойдет. Давайте начинаем. Итак, для начала нам надо коричневый, конечно же, карандаш. Ну, как сказать коричневый, такой светленький, вот такой вот. И раскрашиваем нашего каракала. Не тот цвет. Берем тогда, ребят, вот такой вот. И раскрашиваем. Да, ребят, этот цвет. Вот так вот раскрашиваем нашего каракала. Сперва выкладываем великолепный. И все должно получиться. Сладких сортов для вызывания бульончика. Давайте, ребята, наша задача просто раскрасить каракао. Нам не нужно добавлять всякие пельмени вокруг рисовать. Просто, ребят, нарисуйте каракао. Давайте сначала еще ушки раскрасим. Господи, я одного на следующее сразу перехожу. Сейчас, ребята, за финалом сбегаю. Хоть я за ним сбегаю, если у меня тут на нем мой телефон стоит. Да, ребята, к сожалению, я еще не заработаю держать, ну, в смысле, телефон. Так вот. Так. Ребят, сори, у меня просто недостаточно памяти. Давайте быстренько Опять сори, давайте быстренько вот так вот попасть. А следующую раскраску я уже в следующем видео сделаю, потому что у меня здесь полный капец. Вот такой вот у нас получился шлепка. Всем пока! Всем пока!